происходит? Где я? Что с остальными? Все идет по плану. Все целы. Пока. Что значит пока? Я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Какой к черту ужин? Ты что, издеваешься, гад? Соткнись, доктор говорит. Где правительство гнета? Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь? Вы же просто людоеды гребаные. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты, тварь, руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу, плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Ах ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовете к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Увы. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте! Я ведь тебя с того света достану! Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока... Разрешите отклониться. Да я вас зубами рвать буду! Всех вас под корень, до войны еще надо было! Но я сейчас вас урою! Выжечь, мразь эту! Давно не приходили! А теперь покушаем! Правительство! Артём! Держи! Полковник, сэр! Хватит, сэр! Хватит! Все к ногтю! Но сначала найди Аню! Простите, с лифтом я немного погорячился. Я с ним! Идёт! Запустить главный голос! Лифт пошёл! Будет через минуту! Yes, sir! Thank you.
точно как наш D6. И лифт такой, exactly. Да, и это очень кстати. Так мы Аню точно найдем. Но комплекс большой. А времени у нас, думаю, не больше 10 минут. Так что придется разделиться. Сэм, бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склады. Идиот, со мной в командный центр. Артём, на тебе казармы и медблок. Отпусти его! Помните, я говорил? Был такой эксперимент. Заткнись! Артём, ты цел? Слава богу. Идём, доложим полковнику. Папа, это я. В медблоке Артём меня нашел. Слава богу. Молодец, Артём. Куда я теперь? Там как раз лифт прямо по коридору. Поднимайтесь к нам в командный центр. Идем. Только не спеши. Мне надо отдышаться немного. Тебе не простил. Я в порядке. Да, кто же мог знать? Кто знал, что тут твари эти? 20 лет людей жрали. Ты понимаешь? А, простите. Я, как лейтёха сопливый, повелся. Сам министр обороны меня примет.
тщеславие если ты еще честь им отдавал. Ковчег, блять, придумали. Похлеще наших наблюдателей в Москве устроились. Только все со своим щитом людей под землей держат, а эти... Ладно, ну дальше-то что делать будем? Хрен его знает, Аня. Не знаю. Сергей, что у тебя? Нашел? Вся информация устарела. Комплексы ПВО, штабы. Связи давно нет. Но те, что светятся, минимум пару лет после войны работают. А внизу это штаб. Каспий-1, центр связи. Еще в Новосибирске такой же отмечен. Опять в какой-то бункер нас потащишь? Этого не хватило? Я не знаю, Аня. Решать надо всем вместе, понимаешь? Вы бы поторопились, тут жарковато стало. Идиот, все нужное забрал? Мы уходим. Секунду. Сейчас доломаем все. В темпе, в темпе. Все готово. Зря ты так, Аня. Я понимаю, конечно, что тут все чуть не кончилось. Но обошлось ведь? Именно что обошлось, Сереж. А если в следующий раз не обойдется? Это, конечно, да. Но ты что, собралась жить вечно? В том-то и дело, что нет. Но хотелось бы все время, чтобы не осталось провести. Вот с ним, понял? Уж больно я к нему привязалась. И я, кретин, поверил этим с Ганзой, что Москва в подчинении у Ставки, что оккупация, что по законам военного времени, что в Москве полковники, а тут генералы. Как салага поверил! Сука! Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может, все же вернуться в Москву. Рассказать им правду про войну, про правительство. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечего. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артём еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию.
Ну так может пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться. Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники! Что спутники? Свалить с этой гребаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что, если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А во-вторых, есть идеи получше. У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артём, поехали искать твое идеальное место. Труби отъезд. Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Машина! Артём, машина! Не нравится мне эта встреча. Пойдем. Они в поселке тормознулись, около дома с антеннами. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Так точно. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Ну, она, может, и потянет, не быстро только, но и недалеко. Мотор ли такого веса слабоват, да и соляры столько взять негде. Да, была бы солярка, Аврора и сама бы справилась. А, это как? Так она многотопливная. Есть и колосники под уголь, и обмуровка с воду с форсунками, поджидкое горючее. Ха, а чего ты раньше не говорил? Так вы раньше не спрашивали. Система подачи в рабочем состоянии? Надо смотреть. Вот с крестом и посмотрите. Мы самое ясно посмотрим, да только соляра от того у нас не заведется. Судя по тому, как местные лихо разъезжают на машинах, достать дизельное топливо тут будет проще, чем уголь. А с водой как быть? Без нее никуда, а баки пустые. Давайте решать вопросы в порядке поступления. Ха-ха-ха!
вы к нам сюда приехали? Я остаюсь! Артём, откапывать тебя не надо. Ну, вылезай тогда. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится. Несговорчивые какие. Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе, кум королю, это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы. Но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. До встречи! Она всех положит и на вышку заявится!
Знаете, какие истории лохматые про эту ведьму рассказывают? Но так если вы и дальше будете в том же духе выступать, они на нее и молиться начнут. Короче, мне реально похер, как вы ее возьмете. Хоть весь остров сожгите! Но если без нее вернетесь, я из вас всех баб сделаю, поняли? Дебилы, бля. Всем отбой! Барон сказал! Вот он! Мать твою! Ты, блядь, кто такой? Мне пришел! Я вас совсем быстро убивать буду! Где же барон? Почему не пришел еще? Получай, шайтан! Хорошо бил этот собака! На, собака бешеный! Так, весь собака добьем, чай пить будем! Все тихо, да? Никто нет уже? Сюда иди, да? Он враг, ты его убивал! Ты друг, думаю! Дверь бекину! Ты стой, я лифт опущу! Мунай Байлер народ Гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. Слышу хорошо. Ваш человек помог мне. Гюль в долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил, один Мунай Байлер. Гюльнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше, до войны, центр связи был. Мама работала, офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Брошен. Гюль, услуга за услугу. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо. Я помогу. Артём, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Дамир скоро будет там, можешь на него рассчитывать. Конец связи. Если идти сейчас надо, пока новый Мунай Собака не приехал. Рабочий верстак. Если надо, пользуйся, да? Да война красиво был. Море был. 5 лет мне был. Мама молодой был. Живой был. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Люди в звери превращал. Народ Гюль в звери превращал. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Нефть оставался. Старик умирал, молодой оставался. Собак нефтяной слушал. Собака говорил, он бог огня теперь. Молодой поверил. 5 лет война кончался, мама умирал. Гюль один оставался. Видишь, проход здесь, туда лез, потом я.
Вниз теперь иди, потом налево. Там проход есть, узко. Я здесь остался. За электричеством следи, чтобы не выключал. Если мамин вещи увидишь, принеси. Большое спасибо говорить буду, сколько живу.
Лифт уже не нужен! Токтан! Токтан, Акама! Домир! Электричество почти вышел весь, скоро совсем жжет! Да, шайтан! Артём, Юль, уходим! Пока есть свет, они не бросятся! Бегом, марш! Что осталось отвезти к полковнику на базу. Кстати, тачку эту я пригнал. Она тут, на причале. Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещинах. Мама говорил, его много чинил. И остальное тоже. Вы очень везучий. Мунайбалер много поход ушел, почти весь. Если Орда был тут, вы бы уже мертвый был. Думаю, это наш шанс что-то изменить. А, Мунайбалер, это по-русски получается нефтяники, пожалуй. Меня слушал, как идти рассказываю. Когда вышел, направо езжал. Там дорога в порт когда-то был. Аня должна быть где-то там. Свяжись с ней. Наверняка она нашла что-то интересное. Я останусь. Попробую выяснить побольше про этих нефтяников. Как узнаю, что полезное, сразу свяжусь с базой. Давай, Артём. Хорошей дороги. До свидания, Артём. Скажи, как получилось, что здесь заправляет этот барон? Мой народ сам выбирал свой судьбу. База, это Анна. Чёрт, чёрт. Я рядом с портом, лежу за основной дорогой. Активность есть, пока ничего особенного, но лишний звук бы не помешал.
Пойдем, покажу кое-что интересное. Меня эта пыль доконает. Смотри, как я тут устроилась. В Москве было похоже. Правда, жарище тут, духота. Чувствую, скоро свалюсь, как Степа. В общем, что я тут разведала? Видишь кран на краю пирса? В кабине кто-то есть. Толком не разглядит, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Для наблюдения за базой точка отличная, так что проверить нужно. Теперь посмотри на тот разбитый корабль. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? Так вот, он не разбит, а разобран. Туда несколько раз подъезжали грузовики с клетками. Похоже, эти бандиты держат там местных. За портом какое-то здание. Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена. В любом случае, техники там должно быть много. Может, найти что-нибудь интересное. Вижу, ты нашел карты. Молодцы вы с Дамиром. Наверху! Вон он, братан! Братка завалили! Пешканы драть! Позорные! Тихо! Получай! Братаны! Перезаряжайся! На, падла, бля! Я эту падлу прижал! Сейчас! Подлюка!
Ха! Готов! Хорошо, пошел. Ладно, Артем, обыщи его наблюдательный пункт. Наверняка там есть что-то интересное. А я сменю позицию. До встречи на базе. Да не, мля, не должна. Ну, если никакая, сука, краби совать куда не надо, не будет, на. Дай ключ на 16. А? Что за шум такой? И нафига я раскумаривался? Теперь, сука, на хапку пробила, а тут еще стоять. Эй, браток! А? Это что там? Проходим, бля! Братки! Давайте искать, пока не свалил концами! Черт, дело позорный! Покажи, и столько подлюка! Ты, сука, лучше сейчас вешайся! Я тебя найду, долго подыхать будешь! Тогда не больно, зарежем! Эй, чушка! Ты реально лучше застрелись! Мне! Долго подыхать, пойдем! Погоди, пока ноги...